как серая Москва. Я лечу в тепло. Плюс путешествия в пандемию – это то, что аэропорты полупусты, все досмотры за 5 секунд, просто быстренько проходишь, нигде нет очередей. В Турции прям побольше народу. А ты в итоге студию-то купила, значит, все хотела? Я же продала все уже. А, ты уже продала ее? Да, я все продала. И ты вот гуляешь. Да, да, я все продала. Купила камеру, стадикам, отель. Прям невероятный вид, да? Да, это единственная мечеть, где 6 этих, 2, 3, 4, 5, 6. Минареты? Минареты, потому что везде 4, вот это единственное, где 6. То есть 6 может построить только султан. Как вы думаете, почему у Андрея такой вид? А дело в том, что мы уже все вчетвером. То есть у нас даже чемодан не разобрал. Просто дверь не открывается. А чтобы пойти на ресепшн, это большой отель, нужно в носках фигачить по земле. Апогей, апофеоз того, как мы добрались до отеля. Вань, что ты про нас думаешь? Мы идем рассказывать, что мы неудачники застряли на балконе. Хорошо, что в первый этаж мы не могли выйти отсюда. А если бы это второй или третий? Мы просто все делились. Нам очень повезло. Видите, мы неудачники, но везучие. Мы приехали в 4 утра, а у нас заселение официальное. Оно, собственно, в 2 часа дня. И мы попросились, чтобы нам за небольшую денежку дали один номер на всех, чтобы мы могли там отдохнуть. Мы же не по снегу ведь идем в этих носочках. Да, ну ничего страшного. Это вот в челнах сейчас минус 40, а здесь плюс 10, наверное. У нас нет ключей, мы вышли на балкон и захлопнули балкон. Еее, второй ключик у нас. Третий. Третий ключик у нас. Ура. Вот они наши чемоданчики. Вот они наши кроватки. А он еще не открывается, что ли? И вот освобожденный Андрей. Балконная дверь не открывается снаружи. Но мне кажется, это слишком маленькая и незаметная надпись для такой большой проблемы. Я так и не смогла уснуть вместе с ребятами. Они, кстати, вырубились сразу. А я до 5 утра что-то там ворочалась, и потом решила сходить на ресепшн, попросить себе отдельный номер. Мне показалось, что они меня пожалеют, и так и вышло. Они мне дали ключик через 15 минут, и я уже пошла спать к себе. Вот такой в итоге номер мне дали. 2 кровати зачем-то. Можно прямо с утра в бассейн прыгать. Балкон я больше не закрываю. Отель очень популярный, нам на самом деле повезло, что мы приехали зимой, потому что из-за коронавируса у них заполняемость максимальная, которую они могут себе позволить, это 50%, поэтому никаких очередей в ресторанах и лежаки всегда есть свободные. Посмотри. Это блёстки? Это не блёстки.
Ой, это прям классный цвет, огонь. Спасибо. Очень классный отель, на самом деле, безумно нравится. Здесь такой персонал. Уровень заботы 10 из 10. Я уходила, в общем, у меня косметика вся была разбросана. А тут я пришла, они ее не только собрали, но еще какую-то тряпочку под нее подложили. Супер милота. Интровертам, на самом деле, здесь будет сложновато, потому что все очень общительные. Добрый вечер. Я люблю Россию. Русский близкий от мой сердца. Здравствуйте. Добрый вечер. Как дела? Ты меня холостой. Что? Туристов мало? Немало. Немного? Немного. Немало, немного. Как раз. Земляк, как дела? Можно Санкт-Петербург? Казань. Красота. Тебе красиво глаза. Русские арабские старая дружба. Ой, такие пуфики, боже мой. Деньги. Можно его. О, это бумага. Для денег, да? Да, это наши деньги. Когда Россия чартер пустит, вот. Не посмотришь. Здесь вот так. О. Класс. Чай. Бон кабулу ла коста. Ла тенса египетски хороши не надо калорива. Откуда такая красота? Я холостой. Не надо, извините, блятенца, майка, туник. Это нюхать или что с ним делать? Это можно шучивать масло духов в воду или трума лампа. А, вот такое получается. То есть надо еще аквариум к ней покупать? Да, можно. Желательно. Извините. Извините, королева, можно? Антестреста. Ой, вкусно пахнет. Спасибо. За что? За все. Россия? О, очень приятно. С Новым годом. Давай, заходи.